На пороге сезона в первую очередь о готовности курортной инфраструктуры. Из 127 пляжей, сформированных в границах Анапы, только на 75 в 2017 году было видеонаблюдение. В этом году установить камеры обяжут всех арендаторов. Выезд автомобилей на пляже глава Анапы назвал бичом курорта. Муниципалитет принимает меры в рамках своих полномочий. Выезд на территории на пляже, как правило, осуществляется не настолько днем, насколько это случается ночью. Поэтому я и требую освещенности пляжных территорий, чтобы на пляжах везде, на спасательных постах горел свет. И были камеры видеонаблюдения для фиксации о такой ситуации. Эпидемиологическую обстановку на курорте контролирует Роспотребнадзор. Два основных фактора – водоснабжение и водоотведение. ОАО «Водоканал» выполнил комплекс мероприятий на водопроводных сооружениях по очистке, дезинфекции всех сетей, всех резервуаров чистой воды. Акты второотдел представлены, все эти вопросы отрегулированы. С особый контроль в этом году за медицинским допуском персонала, который работает на водопроводных сооружениях, чтобы был медицинский допуск медики, тоже прошу посмотреть. И лабораторный контроль безопасности воды, который организован в соответствии с законодательством. Где-то ежечасно, где-то ежедневно и лабораторный контроль. Отбор проб морской воды и водоемов Роспотребнадзор осуществляет каждые 10 дней. Защищен курорт и от разносчиков малярии. Муниципалитетом на сегодня организован комплекс обработок. Все это организовано своевременно. В конце марта уже 3 обработки прошли. Применяется препарат 4-го класса опасности пептицид, разрешенный в рыбохозяйственных водоемах. Вопросов, в принципе, пока не возникает. И вновь с началом сезона на свет появляются несанкционированные торговые точки и объекты общепита. Один из таких выявлен на проходе к морю. На пляжах вообще не должно, и в проходах ничего не должно быть. Там, где нет воды, канализации, там никакого объекта общественного питания быть вообще не должно. Лариса Владимировна, давайте просто закрывать суток на 90, и очень хорошо все будет тогда действенно. Все требования муниципалитета вновь прозвучат на большом совещании с представителями курортной отрасли. Глава Анапы поручил собрать его в ближайшие дни.